Привет, друзья! Рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня поговорим о новом проекте, также перспективном проекте, на котором сейчас можно зарабатывать. Монета уже дала довольно-таки хороший рост. С самого начала она уже дала 25 иксов, друзья. Также можно было получить по вайтлисту данные монеты, данные токены. Распродажа закончилась буквально за 30 минут, ее расхватали как пирожки. Поэтому стоит также присмотреться к этому проекту, ссылочка будет в описании. Также присматривайтесь, ознакомливайтесь. И, друзья, это не инвестиционный совет, потому что решение вы принимаете самостоятельно. Проект действительно молодой, он только начинает набирать обороты. Называется он Sleepy Sloth. Такой у нас получается на картинке ленивец. И получается у нас тут холдеры ленивцы. У проекта уже есть аудит, также публичная команда, уже есть предоставленная ликвидность, мы можем уже покупать на PancakeSwap. Давайте же разберем механику, как это все здесь у нас работает. Распределение холдером идет, друзья, 3%. Холдеров сейчас немного, поэтому можно сейчас заходить и покупать себе да, на определенную сумму. Там я советую покупать на небольшую сумму. Я бы только покупал бы максимум $100, пускай себе лежат и ждать, когда уже будет большое количество иксов, потом уже продавать. Такие проекты хорошо бывает выстреливают, 10 иксов, 5 иксов, 20 иксов, все возможно. Я даже могу на примере рассказать про Fox, там можно было купить буквально на $200 и за 3 недели заработать $30 000, друзья. Когда вы видите, что уже большой рост, нужно обязательно фиксировать и отбивать свои вложения. И давайте же рассмотрим про механику. Это у нас дефляционный токен, как вы уже поняли, все работает на Binance Smart Chain, покупать можем на PancakeSwap. Здесь у нас с каждой транзакции взимается налог в размере 8%, 3% идет держателям и 5% у нас сжигается. Также у нас заблокировано на 1 год 10% ликвидность, 40% саплая уже было сожжено, поэтому также хорошо повлияло на курс данного токена. Также еще 50% да, от разработчиков идет на благотворительность. Здесь у нас также есть инструкция, как пользоваться PancakeSwap, также как пользоваться MetaMask. Да, здесь у нас все расписано, также написан адрес контракта, чтобы скопировать, оставить себе в MetaMask и добавить себе этот токен. Также при покупке нужно использовать проскальзывание 8-9%, чтобы купить данный токен. В общем, проект хорошо стартует, хорошо развивается, поэтому советую присмотреться, друзья. Подали заявку для получения логотипа на BSC, также на CoinMarketCap CoinGecko, поэтому, друзья, когда будут листинги на CoinMarketCap CoinGecko, я думаю, рост токена сразу же будет, не заставит себя ждать. Твиттер насчитывает практически 2000 пользователей. Вот у нас была заявка на вайтлист, да, можно было поучаствовать, получить эти токены. Также последние новости, связанные с этим проектом, все постится. Поэтому, друзья, советую подписаться в Твиттер, чтобы следить за новостями. Они здесь все публикуют. У нас уже заблокировано, да, на 777 тысяч. Друзья, это очень хороший результат. Только набирает обороты, даже если вот посмотреть по транзакциям. И видим, что все зеленое, сейчас идет именно покупка. Друзья, ссылочки будут в описании. Переходите, смотрите, ознакомливайтесь, участвовать вам в этом проекте или нет. Это уже вы решение принимаете самостоятельно. Переходим на BSC Scan и давайте посмотрим, что у нас здесь. Видим холдеров уже больше 7000 и вот буквально за 5-6 часов уже холдеров добавилось 140 человек. Трансферов уже больше 15 тысяч, они постоянно растут. Видим транзакции, вот постоянно происходят, друзья. Такие проекты называются Gem. Мы просто покупаем токены. Держим у себя на балансе и все. Просто смотрим, как увеличивается наш баланс, и мы на этом зарабатываем. Сейчас может быть, конечно же, коррекция. Можем сейчас падать, но когда мы будем падать, люди будут продавать. Некоторые на панике будут продавать большими объемами. И с помощью таких объемов мы с вами будем зарабатывать. И когда потом паника закончится, когда уже закончится так называемый набор позиций, потом уже с вами можем хорошенько здесь зарабатывать, потому что курс пойдет вверх. И потом уже люди еще также начнут нормально покупать, потому что увидят, что проект начинает восстанавливаться, да, начинает сразу покупать данные токены, и потом мы также на этом зарабатываем, что они делают транзакции. Друзья, люблю такие проекты, потому что с минимальных вложений здесь можно зарабатывать огромнейшие деньги. На этом буду заканчивать. Всем, конечно же, профита, друзья. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать следующие ролики. Пишите обязательно комментарии, все читаю, ни одного не пропускаю. Пока-пока!